Здравствуйте, дорогие любители цветов, уважаемые подписчики и гости, заглянувшие на канал «Розовое хобби». Меня зовут Татьяна. Я рада приветствовать вас на канале «Розовое хобби». Сегодня я хочу поговорить с вами не о розах. В наших садах мы часто используем почвопокровные растения. О том, как их использовать в ландшафтном дизайне и как за ними ухаживать, я расскажу в этом видео. Мы любим эти растения за то, что они неприхотливы, красиво и длительно цветут, имеют декоративную листву, растут на солнечных и на затененных участках. Благодаря быстрому разрастанию, формированию плотного и красивого ковра, почвопокровные растения используются для украшения сада. Они бывают листопадными и вечно зелеными. При выращивании почвопокровных растений необходимо учитывать сортовые особенности растения, грамотно подойти к выбору места и соблюдать агротехнические правила. Высадив на участке почвопокровный многолетник, можно быстро превратить его в красиво цветущий ковер, который будет радовать глаз из года в год. Почвопокровные многолетники красивы, цветут весь сезон и не требуют особого ухода. Даже наоборот, они укрывают землю плотным ковром, и уход за участком сводится к минимуму. Все почвопокровные растения очень практичны, ведь они закрывают собой всю поверхность, подавляют рост сорняков, сохраняют влагу для других культурных посадок. В моем саду растут различные почвопокровники – очиток или седум, и берес, абриета, живучка, гвоздика и другие. В большинстве своем стелющиеся цветы неприхотливы, и флокс шиловидный тому доказательство. Но в моем саду флокса шиловидного нет. Наши друзья поделились опытом выращивания флокса шиловидного на своем дачном участке. Взгляните, какая прелестная композиция. Флоксы можно сажать отдельно, комбинируя сорта, но здесь флокс растет вместе с ирисами и можжевельником. Очень эффектно выглядит флокс на фоне природных камней и низкорослых хвойников. Композиция получилась очень декоративная и выглядит со вкусом. В природе шиловидные флоксы лучше растут и хорошо цветут на бедных почвах и солнечных местах. И хозяйка этого участка убедилась, что в очень плодородном грунте почвопокровные флоксы цветут хуже. Нужно учесть, что растения сильно разрастаются, и заранее оставить пустое место на участке. Флоксы не любят избытка воды. Растения сразу теряют декоративность, появляются проплешины, оттенок цветов тускнеет. Земля должна быть рыхлой, влагой и воздухопроницаемой, а солнца много. Конечно, пройти мимо такой красоты невозможно. И мне захотелось следующей весной посадить у себя на участке флокс шиловидный. Теперь от флокса шиловидного перейдем к другим почвопокровным растениям. Например, замечательное душистое растение, которое является хорошим медоносом, это иберис. Иберис – многолетний полукустарник высотой до 40 см. В первой половине лета растение покрывается соцветиями-корзинками, которые содержат до 40 бутонов, и благодаря обильному цветению у цветка не видна зеленая масса. А окрас цветка может быть разным – и белым, и сиреневым, розовым. Я выращиваю иберис из семян, и у меня есть об этом видео. Я дам на него ссылку в комментариях. Иберис может расти практически на любых почвах, но кислые и слишком влажные ему не подходят. В силу своей стойкости к жаре иберис отлично себя чувствует даже на сильном солнцепеке. Хотя растение считается требовательным к освещению, его можно выращивать и в легкой полутени. Из вредителей на иберис нападают блошки – маленькие блестящие черные насекомые, которые в короткий срок могут не только изрешетить листики, но и вообще погубить растение. Я опудриваю растение золой, и это помогает. Чтобы кустики ибериса смотрелись аккуратнее, после первого цветения я произвожу обрезку всех побегов на треть их длины. В условиях средней полосы на зиму можно укрыть растение лапником для снегозадержания. У меня иберис посажен на переднем плане роз, и под зиму я укрываю его вместе с ними спанбондом. Ранней весной подкормлю комплексным минеральным удобрением.
Еще одну группу почвопокровных растений я хочу вам показать. Это очитки или седумы. Это низкорослые полукустарники, покрытые мясистыми листьями коричневого, красноватого или зеленого цвета. Они неприхотливы, хорошо растут на любой почве, но для красивого цветения лучше высаживать на солнечном месте. Обильно цветущий седум имеет много разновидностей. У меня растут толстолистный, очиток ложный, очиток видный, очиток испанский и другие. Посадив на участке несколько разновидностей седума, можно получить красивую композицию, цветущую все лето разнообразными красками. Очиток видный любят многие садоводы. Он отличается эффектным видом и неприхотливостью. Цветет продолжительно, с июля до заморозков. Надземная часть отмирает при наступлении сильных морозов, а до минус 7 он сохраняет свой декоративный вид. На зиму не нуждаются в укрытии, и после любых морозов весной всегда вырастают молодые побеги. И, конечно, ни один сад не обходится без камнеломки. Само название говорит о том, что природная среда обитания почти всех представителей этого рода – горные каменистые склоны и расщелины. По этой причине камнеломки широко востребованы в озеленении ракариев и альпийских горок. Камнеломка формирует компактные подушки из плотных листовых розеток. Предпочитает умеренно влажную и известковую почву. Цветение начинается в конце мая и цветет один месяц. Посадка и уход за камнеломкой не вызывают трудностей даже у начинающих садоводов. И после отцветания камнеломка не теряет своей декоративности, оставаясь в саду в виде красивых мшистых дернин, сформированных из крошечных зеленых ажурных листьев, собранных в маленькие прикорневые розетки. Камнеломка морозостойкая и под снегом выдерживает сильные морозы. Я ее никогда на зиму не укрываю. Дорогие друзья, я рассказала вам лишь о маленькой доле таких красивых и легких в уходе растений, как почвопокровные. Поделитесь в комментариях о своих любимых почвопокровниках. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это сегодня. Дорогие подписчики, благодарю вас за поддержку. Надеюсь, видео было вам полезно. Если так, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас остались вопросы, напишите, я обязательно отвечу. Дорогие друзья, я желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале «Розовое хобби».